Здравствуйте, меня зовут Соня Прис, я актриса. Вот прошедшей зимой не каталась, не успела. Этой зимой покатаюсь. Я бы очень хотела отправиться, я не знаю почему, но в СССР. Мне очень нравится атмосфера советского кино, и я бы очень хотела так в щелочку маленькую подглядеть, как же тогда жили люди, чем они дышали, о чем они думали. Выпить кофе, выпить воды обязательно, поставить телефон на авиарежим и закрыть вагончик. Наверное, я скажу с Федей Федотовым, потому что мы вместе попали сразу в полнометражное большое кино. Это были наши первые главные роли. И как-то так это все стало таким большим событием для нас, что мы очень сдружились и общаемся до сих пор. Федя, привет. Один актер дал мне такой совет, который я запомнила надолго. Наверное, на всю жизнь. Он сказал: меньше играй в жизни, тогда тебе больше останется для работы, для сцены, для кино. Если из реальных людей, я бы хотела сыграть актрису Натали Портман, если когда-нибудь они будут снимать такой документальный или автобиографический художественный фильм. А если из каких-нибудь героев произведений, то моя любимая героиня Джейн Эйр. Меня очень вдохновляют такие заряженные, целеустремленные, классные люди. В социальной сети есть у меня один подписчик, которого я уже неоднократно блокировала, он все равно продолжает подписываться. И он мне каждый день на протяжении уже 2 лет пишет просто каждый день привет. Привет, Соня. Привет, Соня. Привет, Соня. Привет, Соня. Стараюсь смотреть все новинки отечественного кинематографа, стараюсь за всем следить, но бывает, что времени очень сильно не хватает. Но в среднем, наверное, я смотрю кино каждую неделю, может быть, даже каждые дня 3-4. Есть такой замечательный фильм, называется «Жизнь прекрасна» 97-го года. Если выбирать один, то, наверное, я бы посоветовала именно его. Из советских картин «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа. Очень сложный вопрос. Я не могу выбирать, это невозможно. Оба.